Жил преподобный Исихий в VI веке. Пребывал он в уединенной пещере горы Хариф, но являлся, прямо скажем, не очень усердным иноком. Совершенно пренебрегал спасением души. И вот однажды Исихий умер после тяжелой болезни. Но дивным промыслом Божиим через час возвратился к жизни. После этого блаженный затворился в своей келье и 12 лет пребывал в полном уединении. Братья лишь слышали пение псалмов, доносившиеся из затвора, да покаянные рыдания, ужасаясь и сетуя о том, что видел во время исступления. Незадолго до кончины преподобного монахи разобрали вход в келью и стали умолять блаженного поведать о своем видении. Но Исихий только сказал: «Простите меня, братья, имеющий память смертную никогда не согрешит». Был погребен святой близ монастыря великомученицы Екатерины, а когда спустя некоторое время братья вскрыли его могилу, то не нашла останков подвижника. Таким образом, Господь показал усердное и достохвальное покаяние Исихия и удостоверил нас, что Он приемлет и тех, которые и после многого нерадения хотят исправиться. Шестнадцатое октября. День памяти блаженного Исихия Харивита.